Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Пичообзор с вами. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным, ну а самое главное, безумно красивым камином. Мы поговорим о его внешнем виде, детально рассмотрим топочную камеру, ну а в конце нашего обзора мы обязательно его разожжем, чтобы посмотреть на те возможности, которые он нам предлагает. Итак, друзья, я предлагаю начать наш сегодняшний обзор, и первое, о чем мы поговорим, это будет облицовка. Называется она Concerto 140, произведена известнейшим французским производителем Supra, которая существует на каминном и печном европейском рынке уже более 137 лет. И хочется отметить, что компания Supra старше известнейшей Эйфелевой башни, которая находится у нас в Париже. Данная облицовка состоит из двух компонентов, материалов, если быть точным. Это мрамор, черный мрамор Маркина, он называется так, и белый камень, непростой, а композитный, который вручную обрабатывался, и называется он Эдельрок. Хочется также отметить, что данный камень очень просто чистится. Все мы понимаем, что белая облицовка в процессе эксплуатации будет, конечно же, немного пачкаться, но благодаря вот такому уникальному материалу она также с легкостью будет и очищаться. Внутри нашего сегодняшнего камина установлена топка под названием L78, производитель Liseo. Топка выполнена вся из чугуна, кроме дверцы. И данный чугун производится на известнейшем чугунолитейном производстве Германии Ортранда. Когда мы открываем топочную дверцу, то мы можем увидеть, что внутри топка тоже вся выполнена из чугуна. Стоит отметить, что по всему периметру топка имеет ребра жесткости, что увеличивает теплосъем данного отопительного прибора. Так, что у нас находится внутри топки? Ну, во-первых, каминный бык, который является съемным элементом, он тоже выполнен из чугуна, причем достаточно такой увесистый элемент. Также мы можем с вами видеть полосниковую решетку, она тоже выполнена из чугуна, причем достаточно толстого. За полосниковую решетку у нас зольник, стандартный размер зольника и стандартный его дизайн. Но, в принципе, дизайн зольника, я думаю, мало кого из людей будет волновать. Уже под зольником мы с вами можем заметить два отверстия, через которые у нас попадает первичный воздух внутрь топочной камеры. Регулируется данная функция, скажем так, при помощи вот этого регулятора, который мы можем вот так вот вправо сдвигать и, соответственно, открывать вот это вот отверстие. Также мы с вами можем видеть, что на задней стенке нашей топки присутствует пластина, она выполнена тоже из чугуна, имеет перфорацию, и вот через вот эти отверстия также попадает воздух и происходит дожиг дымовых газов. Эту пластину также можно снять, но для этого нам нужно убрать каминный зуб, который тоже выполнен из чугуна, причем тоже такого солидного по толщине. Вот наша задняя стенка, которая снимается. Внутри она, как мы можем понять, полая. Тут у нас есть такие специальные ребрышки. И внутри них проходит воздух. То есть такой небольшой лабиринтик, что удлиняет, собственно, путь воздуха. Он нагревается и уже горячим через вот эти вот отверстия выходит. Попадает он внутрь топочной камеры через два тоже отверстия, которые находятся по бокам у нас. Ну что ж, я сейчас соберу заново нашу топку. И будем потихонечку приготавливаться к растопке. Ну что ж, друзья, немного дров я раздобыл. Даже некоторые из них уже заложил внутрь топочной камеры. А это значит, что пришло время растопить наш камин. Я постараюсь это сделать максимально красиво и эстетично. Ну что ж, друзья, наш камин уже разгорелся. Сейчас я еще подброшу одну дровишку. Мы немного подождем. Дадим еще больше прогореть дровам, чтобы огонь был массивнее. И уже в тот момент будем смотреть, как
можно регулировать пламя. Регулируется ли оно вообще? Но я думаю, все будет очень красиво и эстетично. Ну, мы видим, что моментально огонь меняет свою активность, становится пассивным. Сейчас видно очень красиво дожиг дымовых газов. Ну, я считаю, что это очень красиво смотрится. Но я это ожидал. От производителя Liseo я это и ожидал. Но это чудо. Это и есть игра огня. Когда на наших глазах интенсивность меняется, и огонь устремляется вверх, упирается в каминный зуб и распространяется по топочной камере. Это очень красивая действительно картина огня. Друзья, ну что ж, мы увидели на самом-то деле, как горит данный камин. Очень красиво он себя продемонстрировал. Я думаю, что сейчас в кадре я лишний, и мне есть смысл уйти и оставить вас наедине с данным отопительным прибором. Большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. Смотрите обязательно нас далее. Подписывайтесь на наш канал, задавайте нам вопросы. Это очень важно для нас. Мы всегда их читаем и прислушиваемся к замечаниям. Ну а с вами был Дмитрий, наш канал Печь Обзор. Всем пока!